сама вышла на улицу и говорю: Господи, какая красота! Сегодня люди идут, собирают листья, срывают листья с нашего клена. Он красавец. Это красавец просто, да? Невероятно, золото кашмирное под ногами. Красиво, вообще чудесно. Вот просто недаром я старалась, не просто так я старалась. Смотрите, какая красота. Какие цветочки распускаются. Благодарные мои. На мою ласку и тепло отозвались. Несмотря на холод, цветет все. Вот цветет. Я прям так рада. Все еще цветет. Благоухает природа. Очень хорошо. На душе хорошо. Сегодня 11 октября 2021 года. Вот такая у нас красивая местность наша такая. И вот я с вами, Леночка Желанкина. Сегодня из Самары позвонил Алексей. Очень приятно. На днях позвонили Алена и Настя из Брянска. И я чувствую, люди боятся. Вот все говорят, мы боялись звонить, стеснялись звонить. Неужели это настоящий номер телефона, люди говорят. Но я удивлена, ребята, ну чего боитесь-то? Вот, ну что, я такая прям легенда, что ли? Я обычный человек. Вот я вот такая вот живая, простая. Вот, понимаете, звоните. Смотрю, сбрасывают, позвонят и сбрасывают. Передумали, как бы звонить. Вот. Звоните, поговорим о жизни, обо всем. Вот, о чем вам будет угодно, о чем вы захотите со мной поговорить. На любую тему могу поговорить. Мне очень приятно, что звонят адекватные, хорошие такие люди, доброжелательные. Вот. И говорят, вот сегодня Алексей сказал: Леночка, не оправдывайтесь ни перед кем за свои поступки, за свои деяния, за свою жизнь. То есть, в общем, ну, вы живете так, как вы живете, и вы красиво живете. Спасибо за эти слова. И, в общем, в принципе, понимаете, я не оправдываюсь, да, за свои поступки. Не прощения прошу там у некоторых. А просто говорю: ребят, вот мне хочется, чтобы вы стали добрее, чтобы вы приняли меня вот такой, как я есть. Я же вас принимаю такими, как вы есть. Вот, как-нибудь расскажу о случае в ресторане. Вот, в общем-то, в принципе, мы с человеком подружились, потом вроде как. А потом у человека агрессия все равно проснулась. То есть человек остается самим собой. Таким, знаете, шакалом.